Похоже, мы выходим из этого леса. После уже елочки такие маленькие. Да. Меточка. Да. Сейчас будет такая прогулочка, это я помню. Здесь мы гуляли, так раз и наверх. Блин, насколько проще ходить по этой земле. Вот знаешь, вот когда этот камень под ногами. Подошва постоянно. Да. Ногам в напряжении все время, да. Тут идешь, как расслабляешься прям. Смотри, трава какая зеленая, все зеленое. Сочно вообще. Еще и спуск. Да, все, сейчас забежим. Ну, короче, вот туда наверх мы точно поднимались, а вот дальше выше я не помню. Потому что мы там встретились с этим туманом. И уже было просто непонятно, куда идти, не было видно ни меток, ничего, и мы вернулись. Наверх еще точно, может быть, даже вот туда. Вот там, наверное, мы закончили. Да. Смотрите, как клево. О, боже, какая красота. Просто... Я не знаю, как она будет выглядеть на видео, но просто нет слов. Безумно красиво. Дима говорит, что это безумно красиво. Он думает, его слышно. О, да. О, да. Вот оно. За этим сюда ходить надо. За этим. Боже, как круто. И мы будем аж вон там. Так, быстренько фоткаемся и побежали, пока все ясненько. Потому что вот оттуда будет очень круто все видно.